Я походу до подвала моего отца выбрали лучших из лучших. Но неужели всех сожрали? И остался совсем один. Без оружия в этом бескрайнем лесу. Чёртовы титаны! Я отомщу за своих друзей! Чапрыгали! Не-не! Что? Где лошади и оружие? Титаны сожрали. А если честно, так и я. Ну, надежда человечества. Давай, победи этого титана без оружия. Микаса? Как? Ты же осталась за стеной. Как ты победила титана без оружия? Я в шоке. Эм, ты всегда будешь под моей защитой. Мамочки! Что это было? Это опять наша бабанька Даниэль. Ага, как в прошлый раз в столовке. Неправда! А разве это не мои ученицы? Нет. Титаны идут на нас? Нужно изучить этот феномен. Стойте, мои титанчики! Это не феномен, это хамин. Время уборки? Какая уборка? Мы в лесу, в западне! В отличие от тебя, я не свинья и не буду спать в этом гадюшнике. Я принес швабру, капитан. Музыку убирать веселее. Ты же сдох еще в прошлом сезоне. Ну ок. Теперь вместе! Чистим, моем и сушим. Чистим, моем, сушим. Завтра я дойду до подвала своего отца и найду нечто секретное. Мы одолеем этих ужасных монстров. В подвале твоего отца была эта коробка. Какого фига? Как я подкрываю? Просто я сделала это ради Эрона. Я нашла входной доступ. То есть вошла сзади? Сотни лет человечество находилось на грани вымирания. Люди сражались с титанами, пытаясь победить свое жалкое существование. Но я знал, что однажды разумы и чистота спасут этот прогнивший мир. А теперь за уборку.